С нами на связи Егор Чернев, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а также председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО. Егор, здравствуйте, как всегда, вам рады в нашем эфире. Доброе утро, всегда рад вас видеть. Спасибо взаимно. И напомним еще раз нашим зрителям о том, что заседание комиссии Украина-НАТО проходит впервые с 2017 года на уровне министров. Я имею в виду, и в этот раз удалось, скажем так, сторонам обойти вето Венгрии, как это не звучит парадоксально, ведь, напомню, Венгрия является членом Североатлантического альянса. Но сегодня не о соседе Украины, а, скорее всего, об отношениях между Североатлантическим альянсом и Украиной. Йенс Столтенберг вчера во время, я думаю, можно его сказать, исторического брифинга, где было много месседжей сказано, как в отношении Украины, так и в отношении нового члена Североатлантического альянса, говорил о новой программе поддержки Украины со стороны НАТО. На встречах планируется, напомню нашим зрителям, обсудить разработку как раз также многоцелевой программы и многолетней программы для Украины. Главная цель — обеспечить оборону Украины, чтобы в будущем не повторялась вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, ну и, возможно, со стороны другого государства, которое возомнит себя настолько сильным, что сможет взять под контроль территорию Украины. Вы знаете, проснулись, естественно, критики после подобного заявления Йенса Столтенберга. Кто-то увидел двузначность в этих словах генерального секретаря НАТО в отношении того, что вновь Североатлантический альянс предлагает Украине альтернативу полноправному членству в НАТО. Давайте попробуем сейчас объяснить. Многолетняя программа поддержки значит ли альтернативу членству? Ведь что может защитить еще серьезнее, чем зонтик Североатлантического альянса? Вы знаете, мне удивительно слышать подобное умозаключение от критиков, потому что это как раз беспрецедентная помощь НАТО, будущему члену НАТО, стать этим членом. Я вам могу привести примеры, что Европейского Союза, что НАТО, при которых в начале страны принимались, становились членами этих альянсов, а потом им выделялась помощь для того, чтобы они подтянули свои стандарты до стандартов НАТО. Сейчас же нам говорят о том, что, ребята, мы вам поможем де-факто стать на один уровень с НАТО, чтобы ни у кого не возникало вопросов, когда мы будем принимать политическое решение о том, что Украина становится членом НАТО. То есть нас готовы, даже не будучи, пока мы еще не в альянсе, нам готовы помогать перестраиваться, перестраивать нашу армию, подтягивать все наши ресурсы для того, чтобы как можно быстрее мы стали на один уровень с членами НАТО, и потом уже будет принято решение о нашем членстве. Возможно, даже не потом, а в процессе будет принято решение, потому что сейчас больше такая критическая точка — это окончание войны и победа Украины. Вот до этого момента, конечно, решение такое не будет принято. А после, я думаю, что вполне возможно. Естественно, самое главное — это победа Украины в развязанной Российской Федерации войне в 2014 году. Такую она, напомню, против украинского государства развязала. И Столтенберг на этом же брифинге, что важно, как раз в контексте критиков, да, он же сказал, наша позиция является неизменной, Украина станет членом НАТО. То есть он таким образом, ну, полностью поставил крест на любых манипуляциях в отношении того, ага, все-таки сдают НАТО Украину. Но не об этом речь. Столтенберг также, я понимаю, что это, наверное, больше вопрос господину генеральному секретарю, но он сказал о том, что я надеюсь, что министры на встрече все-таки вот эту многолетнюю программу поддержки они подтвердят и поддержат. Я правильно понимаю, наверное, сомнения определенные все-таки есть в Североатлантическом альянсе, что министры единогласно будут поддерживать помощь Украине в той войне, которую Российская Федерация развязала против суверенного государства? Ну, смотрите, есть вопрос бюрократический, есть вопрос, опять-таки, в чем сила и где-то слабость демократии? В сильных институциях,
в выполнении правил. И правила Альянса говорят о том, что все решения, важные решения, принимаются консенсусом, значит, нужно иметь 30 «да». Когда нету 30, есть хотя бы одно «нет», то возникают форматы вроде Рамштайна, там, где участвуют все те же страны, минус Венгрия, и решаются вопросы по предоставлению нам летального вооружения. Поэтому тут сейчас идет речь о том, что должно быть 30 «да» для того, чтобы утвердить эту поддержку. И вот эти сомнения, наверное, есть конкретно по там, той же Венгрии. Но я думаю, что так как речь идет о послевоенной помощи, потому что сейчас во время войны наши партнеры Альянс нам помогают только нелетальной помощью. А после войны, в принципе, так как уже мы не будем стороной конфликта, то у той же, например, Венгрии не будет аргументов, почему нельзя предоставлять оружие. И вот об этом как раз, я думаю, что и идет речь, и поэтому есть небольшие сомнения, но я думаю, что эти сомнения будут преодолены, и мы получим решение на вот этом саммите. Вчера Йенс Столтенберг сделал достаточно много таких заявлений, которые в каждом можно даже рассматривать, но мы, исходя из эфирного нашего времени, попробуем самые важные такие аспекты, которые касаются Украины в частности. Ну, естественно, о Финляндии тоже не забываем, потому что сегодня все-таки такой знаковый день для Финляндии. Вы вспомнили Столтенберга, вспомнили вот как раз нелетальную помощь, то, о чем вы говорили со стороны стран НАТО. Ну вот Столтенберг как раз и попросил, да, фактически выделять по 500 миллионов евро в год для комплексного пакета помощи Украине, через который она как раз и получает эту нелетальную помощь. Также много было озвучено с его стороны относительно той же Венгрии. Он сказал, что несмотря на все там деяния со стороны Венгрии, работа будет продолжаться, и работа на уровне комиссии, как вот сейчас НАТО-Украина, она будет проходить, хотя я напомню, что последний раз в таком формате этот процесс был в 2017 году. Вот в продолжение происходящего того, что сегодня происходит в самом Альянсе, скажите, пожалуйста, если мы говорим, ну и перед самим Альянсом он расширяется, да, но и перед самим Альянсом сегодня стоят определенные вызовы, очень серьезные, очень глобальные. По вашему мнению, Егор, с теми вызовами, которыми сталкивается сегодня лично там все страны, которые, я напомню, сегодня их уже станет 31 страна, которая входит и которая является как раз есть в составе Альянса. Эти вызовы могут каким-то образом все-таки, ну, переложиться на Украину? Как вы считаете? Либо же все-таки те вызовы, с которыми сталкивается сам Альянс, они будут решены? Вот, и, кстати, это может произойти в июле в Вильнюсе, где и пройдет саммит НАТО. Я имею в виду, да, и эти 2% ВВП, то, о чем мы говорим, и мы говорим о том количестве боеприпасов, которое необходимо и для Украины, те, которые поставляют представители НАТО страны, и то, что необходимо сейчас, чтобы было на вооружении стран. Еще с какими вызовами страна может, Альянс может столкнуться в ближайшее время? Альянс празднует сейчас как раз свой день рождения, и за всю историю существования НАТО как Альянс показали свою эффективность как союза, который гарантирует безопасность западного мира. И, к сожалению, последние там, 20 лет Альянс немножко расслабился, и сокращали страны Альянса, многие страны Альянса вооружения, и где-то, наверное, дали немножко, ну, я не скажу, что слабину, это вот показалось Путину, что Альянс слаб, и поэтому он начал войну в Европе. Но сейчас они снова становятся сильными. Сейчас Альянс снова становится действительно таким союзом по гарантии безопасности, увеличивает свои оборонные бюджеты, увеличивает свои оборонные заказы, производство вооружения, увеличивает контингенты на восточных границах. Соответственно, вызовы есть всегда, но есть сейчас понимание, кто есть агрессор, что война — это реальность, к сожалению, а не теория, которая, ну, может быть, есть, а может быть, нет. Мы вот сейчас живем после окончания холодной войны в спокойном мире, в котором не может быть войн. Вот это уже
в прошлом. Сейчас есть понимание, что война возможна. Более того, возможна война не по тем доктринам, которые готовились последние 20 лет, что можно только дальнобойными ракетами выиграть войну, выведя противника из строя, разрушая его инфраструктуру или военную мощь на дистанции. Война в Украине показывает, что танковое сражение, окопная война — это все, к сожалению, реалии 21 века. И это понимают наши союзники. И они перестраивают свои армии, и они увеличивают свое вооружение. И они увеличивают, конечно же, помощь нам, потому что они понимают, что нельзя допустить проигрыша в этой войне Украины, а значит и Запада. Но и точно так же нужно увеличивать свои собственные ресурсы, свою собственную мощь и свои собственные армии. Вот это основные вызовы внутри Альянса, которые они прекрасно понимают и к которым они готовы и, в общем-то, делают все возможное для того, чтобы не допустить и войны, и быть готовым в случае, если она начнется. Еще один аспект. Перед тем, как о Финляндии все-таки мы сегодня поговорим, да, это важная история. Дмитрий Кулеба, опять-таки, чтобы закрыть тему непосредственно комиссии Украина-НАТО. Что Украина ожидает после подобной комиссии на уровне министров? Самое главное, давайте сейчас скажем. Как я понимаю, ну, кроме вот декларативного продолжения поддержки, самое важное сейчас — это практическая сторона все-таки в преддверии, тем более, возможных контрнаступательных действий вооруженных сил Украины. Одним из основных аспектов все-таки здесь, на комиссии, будет обсуждение результативной части решения саммита в Вильнюсе. Потому что это все-таки больше про альянс и больше про политические решения. Практические решения, особенно по боеприпасам, они обсуждаются на других площадках, таких как Рамштайн или вот встречи министров Европейского Союза, министров обороны, которые принимают решения. Опять-таки напомню, что здесь решения принимаются консенсусом. И от Венгрии мы пока не видим изменения позиции, при которой она бы сказала, ну, давайте теперь и вооружением помогать все вместе на площадке НАТО. Поэтому здесь, я думаю, что больше будет политически, конечно, будет обсуждено и будут двусторонние встречи, на которых будут обсуждаться и боеприпасы, и вооружение, и все, что нам необходимо для контрнаступления. Но основной акцент все-таки, я думаю, будет как раз-таки о том, что мы услышим в финальной результативной части решение саммита по Украине и по нашей перспективе членства в Альянсе. И Финляндия. Вчера у Анны Лунгеску, это спикер Североатлантического Альянса, spokesman попросту, выставила в Твиттер, как по мне, просто прекрасную фотографию, которая говорит о том, что нравится, не нравится, но это расширяется, если перефразировать уже, классика, давайте так. Это пока еще пустующий флагшток. Там будет флаг Финляндии, вот буквально сегодня, я думаю, мы уже сможем увидеть этот прекрасный флаг на месте, я думаю, собственно, это то место, где он должен был быть. Давайте так, по-другому не скажешь. В это же время Washington Post обновила, я бы даже так, статью от 19 мая 2022 года как раз в отношении границ теперь Российской Федерации с Североатлантическим Альянсом. Коллеги, если можем, давайте сейчас покажем эти несколько границ. В трех аспектах рассматривали непосредственно сами границы Российской Федерации с Североатлантическим Альянсом. Первый. Во-первых, это новая северная граница, как понимаем, с правой стороны Российская Федерация. Mm-hmm. Вот идет Финляндия. Пока еще не член НАТО Швеция, но постепенно к этому история идет, как мы понимаем. Вот это исключительно, если говорить вот о стране Финляндии, о стране Российской Федерации. Еще ниже есть карта со странами Балтии также. Это также важный аспект, как мне кажется. Вот, Increase Baltic Presence. Да, вот. Была проблема, как заявляли в Североатлантическом альянсе, как раз с доступом войск, обеспечения, вообще
логистика тяжелая была как раз из-за вот той небольшой части, которая называется Калининградская область, Кёнигсберг, я думаю, можно лучше называть, как раз через вот это узкое горлышко был тяжелый доступ от других членов Альянса к странам Балтии. И еще один аспект вот вступления Финляндии в Североатлантический альянс, отображен он еще в одной карте, где говорится в том числе о доступе Финляндии к Арктике. Теперь место, скажем так, повестка дня арктическая, она меняется в пользу Североатлантического альянса. Егор, а теперь давайте попросту сформируем такую повестку дня. С чем остается Российская Федерация, начавшая войну против Украины, полномасштабную в том числе, якобы из-за расширения Североатлантического альянса, здесь и сейчас, вот с сегодняшнего дня, что в руках у Владимира Путина? В руках у Владимира Путина безвыходная ситуация, из которой хороших решений и хороших выходов у него нет. И он это понимает. И это понимание ведет его к тому, что он будет пытаться повышать ставки, и он будет пытаться затягивать эту войну, думая, что Альянс сдастся первым и скажет, ну, давайте уже садиться за стол переговоров и что-то решать. Конечно, стратегически он проиграл давным-давно. Стратегически он проиграл тогда, когда у него не получился блицкриг. После этого стало понятно, что никаких значимых успехов на поле боя у него не будет. После того, как сформировался Рамштайн, стало понятно, что не будет Запад уходить назад, да, отказываться от помощи. Не будет, а после решения Альянса в прошлом году, летом прошлого года, о том, что приглашают они Швецию и Финляндию, но это вообще полная фиаско. Вы помните, как на это отреагировали Песков и Кремль, сказав, что ну, это, в общем-то, хотят, пусть присоединяются, нам это ничего не грозит. Понятное дело, и Финляндия со Швецией это тоже понимают прекрасно, что не было бы войны в Украине, реакция была бы совершенно другой. Был бы шантаж, были бы угрозы, был бы, ну вот, все что угодно, было бы стягивание войск к границам с Финляндией. Поэтому тут, конечно же, понятно, что стратегический проигрыш Путина на геополитической карте сегодня фиксируется поднятием флага Финляндии на флагштоке в НАТО, в штаб-квартире НАТО. Скоро еще и Швеции. И увеличение границы на 1340 километров вместе со Швецией по воде. Это, конечно же, назвать какой-то победой, ну, точно невозможно. Потому что, напомню, что это полномасштабное вторжение начиналось с ультиматума НАТО отойти на границы 97 года. И нереально Кремль думал о том, что это возможно, что они настолько недооценивали НАТО, настолько недооценивали Запад, думали, что они слабые и не хотят, и не могут, и не будут допускать какой-либо войны, что вот они сейчас соберутся, заберут все свои вооружения и отодвинутся на границы 97-го года. Но, видите, получилось совершенно по-другому. И я думаю, что к этим 1340 километров добавится еще более 1500 украинской границы, которая будет тоже границей НАТО. Что важно, да, это все происходит в концепции не расширения для возможной будущей агрессии. Это все происходит в концепции обороны и сдерживания исключительно. Ни одна из стран НАТО напала на Украину в 2014 году, а в 2022 году начала полномасштабную войну. Нет. Коломутит сейчас мировую систему безопасности, ну, понятное дело, кроме России еще есть несколько стран, но главное, вот агрессор, это государство-террорист Российская Федерация, по-другому не скажешь. Егор, вам спасибо огромное, всегда вам рады в эфире Freedom. Я спасибо напомню, большое. Что Егор Чернев был с нами на связи, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и оборонной разведки, а также председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО.